В общем, это первый раз я получила замечание. Котик ходит. Первый раз я получила замечание. Да, я знаю. Не-не-не. А тут ты знаешь, что я делаю? Потому что она мигает здесь. Да. Нас насаживалось. Нет, надо какое-то другое слово подобрать. Которое можно было налепить, короче, на другую часть. Че, какую часть? Рта? Нёба, короче, вот. Да, я теперь весь в говне. Спасибо, что бросил на меня. Я же на тебя бросала. Че оно как говно реально упало? Короче, первый дубль сфиксим, что там лицо страшное. Наставим такое, да? И как вообще это... Плюнула. И как вообще это влияет? Ну, не то, что, скажем так, влияет, но... И это будет уже вторая часть про мероприятие. Ну, что ты хочешь? Ну вот, ты в кадре. Все, ты успокоился? Тебя видно, уйди. Куда ты лезешь? Ути, кошка моя, такая кошка. Ути, кошка, кошка, кошка. Этот влог... Ой, это не влог. Вот это вот Алина, вот это вот Яна, актриса. Тем более то, что я не автоблогер, и скоро будет блогер. Здесь на самом деле такой классный диван, хочется вот разговаривать. Ты понял, да, как будто ты присел на корточке на земле вот так вот, а это на самом деле ты же не на корточках. Это же на самом деле просто деревья боком растут. Боком. Да? Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и как обычно... Ай, будильник... Что-то я прям как на 1 сентября оделась. Парадный костюм... Меня заклинило. Ничего не могу сделать, меня заклинило. Ты как рыба сейчас? Какая рыба? Любая! Гуппи! Гуппи? Все, давай, что там, снимаешь? Сейчас надо нацелиться на твою эту. Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. А что тебе надо? Мне нужны отдельные кадры для того, чтобы потом смонтировать и положить. Итак, я хотела бы... И я хотела бы... На самом деле, это видео... Но... Он был дико добрым человеком. Сзади тебя кто-то едет. Там мы не долетели капли туда. Все, видел бы ты себя сейчас по телевизору. Все. Да я и так как бы в своем личном телевизоре, поэтому я не парюсь. Знаешь, у меня все хорошо. Даже птичка подтверждает, видите? Все. Ну что ты мокренький такой весь? А, я ее давно знаю по ее видео. Я забыла поставить свет. Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и... Всем большой привет,
Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и я снова рада видеть всех вас на своем канале. Но единственный момент, который отличается от ранее, который отличает то время. И на этом мероприятии были приглашены... многие известные блогеры. Смотрим, поэтому давайте смотреть. Ну, это было очень прикольно. Ты лежишь прям на моей кофте. Встань. Иди наверх. А я-то удивляюсь, почему это листья падают, да? Ну да. Там можно было сделать себе макияж. Да, вон возьми мужика грабли и собирай. Блогеров, и я даже... А теперь я хочу вам показать... И я даже отстояла огромнейшую очередь, чтобы... Не хочу тебя расстраивать, обдирать тебе его еще очень долго. Почему? Вот еще вот чуть-чуть и все. Ну, чтобы... Мне очень пон... Так как... А теперь сделать надо дубль номер два. И не делать такое страшное лицо, когда на тебе что-то падает. Придется полу подбирать. Я иду там, где почище, короче. Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал. Так, Кузьма. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, и мы совсем скоро встретимся с вами здесь на канале, уже с каким-нибудь другим видосом. Так яблоки надо есть, а не в футбол играть. Первую часть вы можете... Кузя, перестань латать! Кузя! Ну и что скажешь? Я потом скажу. Первую часть фестиваля... то я просто не успела... Что если бы я выложила все это... Фантазия закончилась. У тебя. А что, ты снимаешь, что ли? Да. Зачем? Можешь поснимать то, что мы на кладбище снимаем. Необычно. Это кладбище, да. А это нет. Пойдем дальше гулять. Ну что мы здесь стали? Поэтому мы совсем скоро встретимся с вами здесь снова. Я надеюсь, что видео вам очень понравилось, потому что я действительно старалась. Я переснимала его даже два раза, чтобы было более интересно. И мне просто нравится записывать такие видео для вас. Тем более, что сейчас уже начался учебный год. И я думаю, что это будет как ни кстати. И учитесь на чужих ошибках. Я думаю, так делают правильные люди, так делают умные люди. Алло.